Ребят, всем привет. Начало у нас такое. Вот я до сих пор еще, как из предыдущей серии, я еще нахожусь в Ижевске, ночую. Вот завтра, наверное, что-нибудь груз найдем, пока еще не нашли. И такое вот я замутить решил неплохое. Нихуя неплохой себе ужин. Вот такой неплохой себе ужин решил я замутить. Я взял мангал, у меня есть. Решетка, ножовка, топор. Сейчас вот пилю. Короче, хочу пожарить себе сосисок, приготовить себе. Очень вкусный ужин. Смотрим. Так, ребят, ну вот как это все происходит. Сейчас парафинчиком их польем, чтобы вся эта инструкция у нас заработала. Вроде правила безопасности нормально. Поставили на ручейке. Добавок. Машина далеко, хотя тут, да, бензобак нормально. Он на ручейке стоит. Так, вот я уже поставил кастрюлю вариться. Будет у меня сегодня гречка с овощами. Вот. Так вот, если что, подрубим. Так. Сейчас мы это будем дело подвигать. Так, ребят, тем временем у меня уже закипела вода. Причем очень быстро. Похоже, гарнир у меня будет быстрее, чем сосиски. Так. По-моему, здесь приправа не нужна, насколько я помню. Одного пакета, я думаю, мне сегодня будет достаточно. Вон он сейчас там. Так, ребят, у меня трогать все чисто до чистоты. Все вот мусор. Все в мусорку. Вот там пакет. Так что если кто-то что-то говорил там, я человек чистоплотный, все в мусорку. Специальный пакет всегда имеется. Вот. Ну. Так, вот уже немножко горит. Это хорошо. Сейчас надо решетку почистить. Вот она такая. Вот она, ребят. С прошлого раза мы ее, конечно, не чистили. А мы ее сейчас на огонь поставим, пусть она обгорает. Вот, все, она сейчас 2 секундочки обгорит. Сосисочки-то мои самые там важные, самые. Вот они. Я думаю, на разок хватит. Колбаски полукопченые. Но мы их еще и закоптим. Вот так вот, как показано, да, на этой, на картиночке. Взял чай, взял майонез, кетчуп взял. Взял вот такую вот сэндвич, короче. Тоже взял. Взял салатика еще себе придачу. Нормально, да, я думаю, сегодня наемся. Отлично будет. Так, ребят, сейчас настал самый ответственный момент. Я их уже насадил. Будем готовить их на огне. Вот на таком. Он такой немножко высокий получился. Будем их вот так вот делать. Там уже почти у меня все сварилось, все уже смотрел, пробовал. Вот, поэтому нормально, думаю, получится. В общем, короче, ребят, ужин готов. И все, что-то рублей за 300, по-моему. Вот, смотрим. Сейчас я буду просто пальчики. Вот она, горячая. Гарнирчик, салатик крабовый, сосисочки, это так, если догнаться, там кетчуп, майонез.
Ну все, сейчас тушу мангальчик. И все, и приступаю. И приступаю к еде. Так что, ребят, вот таким нехилым способом, конечно, нехилым, да, соглашусь, нехилым, но способом. Я сегодня сам себя кормлю. Мангал, еще ему лет, наверное, так, если... Так, самое главное, надо попробовать барбекю. Вкусная, сочная. Мангалу, наверное, лет уже сколько? Да года два, наверное, если не три. Три, наверное, уже. Он у меня старый, но ходит. Покупался красно-белым, что-то рублей за 250, по-моему, по тем деньгам. Решетка, да, решетку вот месяц назад купил. Жарил шашлыки, пробовал на этом мангале. А так нормально, то что сезон летних шашлыков на льнобой МАН-194 открыт. Ну все, ребят, мне приятного аппетита. А кто смотрел это видео, всем большой удачи. Ставьте вот такие вот лайки, комментируйте. Вот. И не забывайте, соответственно, подписываться на мой канал. Мандальнобой 194. 194, напоминаю, ребят, это номер моего автомобиля Мана. Так что... Еще раз большой удачи и всем пока!